Так, прощай мотор. Замена масла. Болтает. Значит, что мы будем сливать? Давайте посмотрим, что мы будем сливать. Так, дай посвечу туда. Ну, блин, достаточно чисто. Но там у нас жила, внимание, Neste City стандарт 5W30, осея А5. Масло мне очень не понравилось, но машина на нем прошла 20 тысяч километров. Ну, не на одном, а раз заливка, плюс два заливка. Вот, оно как бы первую заливку более-менее адекватно себя вело, а вот во вторую заливку оно стало какое-то гремущее, блядь. Я решил его извести, и мне тут по случаю... Нет, это не солярка, это секретный состав. Вот. По случаю перепал Малиген НГ. 5W30, это зелененький абсент такой от Liquimoly. Вот, сейчас мы его, эту осею опять от Neste City стандарт вымоем и зальем абсентику, посмотрим, как этот абсент работает в корейском моторе, а то Брайан уж больно сильно его нахваливает в своем Тигуане 200-сильном расщипованном. Посмотрим, как он в простеньком, засатеньком корейском моторе. Так, при каждой смене масла не забывайте использовать промывку. Так, ну вот, завел машинку. Попробую показать грохот, который меня не устраивает. Ну вот, это еще летом, а зимой, так вообще такой стоял этот, пока не прогреется. И это хваленая осея опять. То есть, короче, сейчас сюда будет залит масло по классификации LSAC GF5, он же абсент, он же Малиген NG. Посмотрим, как она на нем будет работать. И как бы все равно с завода мотор работал гораздо тише. То есть, вот цокот форсунок вот здесь, вот тут цокот форсунок. Ну а здесь, наверное, гидрики уже. Мотор работает нормально, устойчиво, но мне кажется, немножечко как бы подзадушно, что ли. Но это из-за системного ПО. Тут уже ничего не скажешь. А так моторчик из салона, в принципе, не слышно, нормально. Я понимаю, что камера сейчас передаст гораздо больше паразитных шумов, но вот находясь рядом с автомобилем, вот эта вот осея А5, которая Neste City стандарт 5W30. Ну вот сейчас еще добавлена промывка Liquimoly. Ну, в общем, масло Liquimoly, для сравнения, прошлым летом здесь было залито масло Liquimoly, которое шло раньше как Азия Америка. Литлау. Нет, оно Азия Америка. АА 5W30. На нем вот такого, блядь, ебани и шлепани не было. Моторчик работал потише гораздо. Но, естественно, чуть погромче, чем на заводской водичке. С индексом 0W. Тут осея опять на зимой, короче, как бы страшно было заводить на холодную. Ну, не страшно, неприятно было слышать это вот, блин, грохот, пока мотор более-менее не прогреется. Так что ват осею опять будем лить в Русаке, будем лить А3Б4. Нихуя этому мотору не будет. Осею опять — это все маркетологическая сатанинская хуйня. Ну ладно, значит, молотим, промываем, сливаем, фиксируем на видео, что у нас там сольется. Ну и как бы что, и как бы все, и полезем смазывать, зальем новое масло и полезем смазывать направляющие на передних суппортах, потому что на мойке я перестарался и вымыл эту смазку. Значит, сейчас Димон пока будет заготавливать слив, мы потрогаем кардан, посмотрим сочленение.
подвесного. Скажешь, когда снимать этот слив. И вот, блядь, тогда мы замываем. Ладно. Так, смотрим, что у нас тут. Осея опять. Еще раз повторяю, внятно и без ошибок. Нести Сити стандарт 5В30. Осея опять B5. Ну, конечно, с промывкой. Но... Ну, что сказать. Вот по жаре автомобиль добежал до Адлера и обратно. И заливалось это масло в феврале. И сейчас вот в июне он еще вдобавок добежал на этом масле до этого, до Анапы и обратно. Ну, как бы да, достойно отработало. Ну, вот эта шумность, блядь. И вот эта водянистость. Ну, хотя, блин, водянистость-то как бы промывка разбавила его тоже немножко. Надо это понимать. Хотя он сопля-то есть, на пальце тянется. Так что, не убитое. Но, блин, по шумности я не буду больше осею опять заливать. Ну, и нахер. Так, ладно. А? Я говорю, B4, A4, нет? Или какой-то? Да, 3 B4 буду заливать, либо, если понравится, абсент вот этот зеленый, Вовка притащил. Ну, вот, а покупать придется. Так, и моментик. Вот, в феврале мы эту говнину замывали. Все равно тварь где-то потеет. Обратите внимание, пожалуйста, на своих автомобилях, дорогие зрители моего канала, на вот эту хуйню. Ой, лезть я в этот Dynamax Динамик отбор Warner не буду. Вот. Как-то так. Привода, блин, игрушечные по сравнению с поджериком. Вообще, блин, палочки. А, еще вот, блядь, вот эти пластиковые. Нет, здесь-то не гниет. А на Тигуане прям снизу тут висело и реально на рычаги гнили. Вот так вот она с завода от Антикорина. Никак. Ну и то, что загремели у меня эти. Нет, не косточки, вот фильтр вытащили. А загремели вон там. Все эти вещи. Так, почему? Потому что смазка была вымыта на этом самом, на мойке. Вот сейчас сливается масло. В принципе, что, креветка, хорошая машинка, рекомендую. Особенно если учесть из того, как в распиздяйске ездит моя баба, блядь, на ней. Этой машине можно поставить памятник. Вот. Так что, любящие мужья, примите к сведению мой совет. Ну и как бы обращайте внимание на все вот эти вот моменты, блядь. Не против, пускай она подольше сливается, а мы будем пока колеса. Да не против, смотри, это вообще какая-то жижа живая, блядь, что это за хуйня? Ну это, которая залита вот в этом. Я понял. Может ее еще раз, суку, замыть? Тварину. Сейчас еще раз ее замою. Прям вот замываем, не жалея. И сразу же остатками воздуха сдуваем. Не все смылось. Смывка у меня еще есть. Где там моя смывка? Какие гайки на колеса? Да. А эти ржавеют, суки, да? Нет. Они у тебя под полностью, ну, как гайки на крышку. Видел. А что? Вот пидорасы. Когда диски брал, говорили, что в принципе нормально сойдет. Я так сам тоже посмотрел. Сейчас, погоди. У тебя видишь, как вот эти вот сюда прям. А, короче. Слишком мой большой этот. Давит, я понял. Так, ладно, пойдем дальше, помоем.
шикарненько замоем. И на следующей замене масла еще раз засмотрим эту хуевину. Слушай, а воздуха нету, Дим? Дашь дунуть? Такое ощущение, что она по прокладке что-то течет. Поймешь, блядь. А она же высыхает. О, зато вымыл все. Не все, надо еще. Дай только выдувалку, пожалуйста, а? Вот. Хорошо все выдул, вымыл. Досуха. И теперь будем посмотреть, откуда же она, сука, сопливится. Это хуйта электрическая. Так что обращайте внимание. Ну вот мы помазали колодочки волшебной смазкой, чтобы они не чпокали там в этом самом. Протягиваем колеса и сейчас будем заливать абсент. Вот. Конечно, верные форсуночки меня очень порадовали. И щетки Хайнер. Вот. Так. Ну что, заливаю абсент. Четыре литра. То есть без вот этой вот штуковины ее надо оставить на дне. А он не открытый был, открытый? Открытый. ХЗ. Ничего с ней. Да ничего с ней не будет. Можешь не сомневаться. Так, сейчас Димон берет воронку, и мы заценим божественную красоту масла под названием Абсент. Ну или иными словами, Малиген НГ 5В30 с люминофором. О, такое вот, как у мехатроник идет, зеленое какое-то масло. Посмотрим, как креветка на нем походит. Смотри там, чтобы остался. Так, нам еще, да. Ну, короче, смело в движок выливается 4 литра. Смело. Здесь у нас канистра 5-литровая. Поэтому мы особо не смелеем. Теперь будем мерить. Курок нафиг на улицу. Чего? А ты ее поставь. Стой, я тебе скажу, сколько. Ну вот, пол-литра. Ну. Да, вот до сюда надо точно долить, а дальше уже я сам захреначу. Все, хорош, 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 хорош. Я лучше долью потом, когда она останется. Смотри, по уровню сколько. Между минимум и максимум. А? Между минимум и максимум. Еще, значит, можно чуть-чуть, да?
Во. Так. Ну все. Сейчас мы заведем ее и послушаем, как она работает. Да? Лимонад. Да, сейчас заведем и послушаем, как машина работает на абсенте. Ну, в принципе, потише чуть-чуть работает, потому что масло все-таки свежее, чистое. Вот. Посмотрим, как оно будет в эксплуатации, в износе. Вот. Ну все, всем спасибо за внимание. Я погнал по делам, а то времени уже совсем не осталось. С вами был AcidCat, и до встречи на канале. И спасибо Димону за проделанную работу.